20 лет для вас это много или мало? 20 лет это очень юный и молодой возраст. И все только открывается в жизни для 20-летнего возраста. Все впереди. Все в ваших руках. Все в наших руках. И никогда не смейте опускать свои руки, как бы вам ни было трудно, тяжело. Потому что если вы их опустите, ваша жизнь упадет и разобьется. Держите крепче свою жизнь в своих руках. Это ваша жизнь, и она дана вам один раз. Цените ее, берегите ее и делайте из нее шедевр с той самой величайшей возможностью в истории человечества. Цифра 20 не говорит о возрасте его. Цифра 20 говорит о несколько другой. Величайшая возможность. Потом вы же такой торт не закажетесь! На меня все смотрите!